Ксении Барановской 14. Последние 3 года отданы любимому увлечению – игре на гитаре. В детскую школу искусств девушка ходит как на работу. Это уже не просто занятие, а образ жизни. Мне нравится играть современные произведения, такие как «Фингерстайл». И современные песни. Дуэт с Глебом Коржовым родился несколько лет назад. Оба музыканта – многократные лауреаты республиканских и международных конкурсов юных исполнителей. Ребята, что называется, спелись. Мы сейчас в основном в дуэте, потому что сольные программы мы еще не начинали учить, а были и сольные выступления тоже. В конкурсе «Молодые таленты Беларуси» музыканты завоевали звание лауреатов 3-й степени. Из-за пандемии мероприятие перешло в онлайн-формат. Жюри оценивало участников по видеозаписям. Глеб и Ксюша исполнили произведения авторов из Беларуси, России и Японии. Репетировали на свежем воздухе и по скайпу. Конец марта, начало апреля мы перешли уже на такие дистанционные в основном встречи, стали учащаться, что добавляло определенные неудобства. Во всяком случае, для записи несколько встреч мы организовали. Ксения грезит музыкальным училищем, после планирует поступать в консерваторию. Девушка уверяет, совсем скоро эти аккорды услышит вся страна. Мария Бушкевич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.